Коллеги, Prodexpo 2021 перевалила за экватор, но это финальное интервью нашего пресс-центра портала retail.ru, и у меня в гостях руководитель, главная в retail.ru, наша богиня, потрясающая Наталья. Наталья, очень хочется узнать ваше впечатление от выставки и вообще от работы ритейлов в этом прекрасном месте. Да, добрый вечер уже получается. А, на самом деле, если говорить про выставку, конечно, непривычный месяц, апрель. И нам эта неделя еще подарила просто потрясающую погоду. Для всех это было большим удивлением. Люди даже с Крыма приезжающие оказывались в более теплых условиях, нежели видели у себя. И это немножко непривычно. Понятно, что очень многие, кто не смог приехать в итоге на мероприятие, ровно потому что, ну, скажем, не были готовы еще. Вот. Но в любом случае выставка состоялась, она масштабная, много стендов, много коллег. Очень много ритейлеров было за эти дни. Мы здесь действительно уже в очередной раз провели пресс-центр retail.ru. На мой взгляд, это очень важная активность, позволяющая людям тренироваться, рекламировать себя и рекламировать свои продукты, делиться о себе. И вот эта история про узнаваемость, она всегда, ну, она очень важная. И мы, соответственно, приглашаем всех, кто видит такие названия на других выставках, приходить и не стесняться, и не откладывать до последнего. Нужно записываться сразу. Мы делали деловую программу. Вчера и сегодня я модерировала в рамках конференции «Формула успеха продовольственного магазина». Это тоже уже не первый год проводится мероприятие. Мне очень приятно, что малая и средняя розница приезжает и учится. Потом, соответственно, с этой информацией уезжает себе в регион и имеет возможность уже применять на практике, и это очень здорово. Есть ощущение, что люди явно соскучились по личному общению, это тоже явно видно. Если говорить про то, как отработали retail.ru, ну вот вечер мы еще работаем, записываем видео, интерес к проекту очень высок. И в целом, если говорить про некое пожелание, скажем, к всем тем, кто посещает мероприятие, надо готовиться, надо использовать все возможности, которые есть у площадки и у организаторов там, деловой программы. Кстати, отдельное спасибо скажу нашим организаторам. То есть у нас, соответственно, мы организаторы retail.ru и экспоцентры, соответственно, помогли нам организовать именно этот пресс-центр. И отдельно скажу спасибо нашим партнерам, фирме 1С и Фитоклок, которые позволили, в принципе, выдержать весь этот ритм, потому что то количество команды, ту команду, которую пришлось собрать для того, чтобы все это сделать, все-таки немало людей. Вот. И, наверное, если подвести итог, мы будем продолжать делать такие пресс-центры, для нас это важно. Все видео, которые вы записали или хотите посмотреть по итогам Prodexpo, вы можете посмотреть на наших каналах. Но впереди много чего еще. Следите за событиями на сайте retail.ru. Спасибо большое, Наталья. Это было прекрасное интервью. Под заключение такого прекрасного марафона прекрасных людей, производителей, ритейлеров, я надеюсь, что мы были полезны, и надеюсь, наша команда пресс-центра будет освещать еще больше таких прекрасных событий. Спасибо вам. Спасибо вам. Работаем вместе дальше.